Приветствую всех на канале Сатфлоксов. Небольшое видео. Я тут в качестве прикола зимой этой и той покупала флоксы в этих ярких пакетах, которые вот везде там в Ашанах, Леруа Мерленах продаются. В прошлом году что-то некогда мне было этим заниматься, там проверять сортность, мимо просто пробегала, а цветет, цветет, ну и слава богу. А в этом году чуть-чуть времени появилось, вот решила посмотреть. Вот это вот они пишут Unique Old Purple. Не помню, как он должен выглядеть, но, возможно, похож. Следующий сорт Фудзияма. Ну, какая же это Фудзияма? Фудзияма-то полностью белая. Это точно совершенно другой сорт, и он мне очень напоминает сорт Ice Cream, который, в принципе, похож на молочное суфле. Следующий сорт называется на бирке Одесса Оранж. Прекрасно, но только это уральские сказы, которые за границей нам продают как Ferris Wheel. Ну а так-то уральские сказы флокс шикарный. Возможно, даже это лучше, чем Одесса Оранж. Флокс Травиата. Не кажется ли вам, что это Анна Каренина? Мне вот прям очень кажется. Травиата немножко другая. Сорт All in One, но это не All in One, а явно совершенно скорее это Bambini Candy Crush. Он же тоже такой небольшой и такой вот по окраске похожий на всякие Peppermint Twist и все остальное. Но это не All in One. Продолжаю на другой грядке снимать обзор того, что я купила в прошлом году. И вот у меня флокс Иллирион. И он совпадает. И это очень приятно, потому что флокс очень красивый. Дальше у меня идет флокс Candy Twist. Ну, конечно, это никакой не Candy Twist. Это какая-то химера, типа Purple. Как же он? Шейдеста. Freckle Purple Shades, вот. Дальше у нас идет флокс Лиззи. И насколько я помню, что он всегда был более яркий, что он не розовый, а что он такой оранжево, насыщенно розовый, с белым центром. Но точно не бледно-розовый. То есть опять не совпадает. Дальше идет у нас Мирослав. Но это же не Мирослав, это же капелька. Капелька неплохой флокс. Мирослав-то это совсем другой флокс. Дальше вообще прикол. Этот флокс называется у нас на бирке Red Fire. Покупался как Red Fire. Но это у нас Stars and Stripes. Дальше вот тут вот Spitfire. Spitfire у нас не что иное, как Candy Twist. Дальше у нас Tequila Sunrise идет. Tequila Sunrise, это снова Stars and Stripes. Дальше идет Starfire. Вот бирка стоит Starfire, это снова Stars and Stripes. Так, что у нас еще есть? Вот здесь вот бирка утеряна и флокс красный. Вот это мне прям даже жалко, что бирку утеряли. Но, может быть, я методом вычитания пойму, что это такое. Возможно, это Strawberry Daiquiri. Да, возможно, это он. Дальше у нас это Unique Old Cherries. Вот на бирке, да, написано. Но это опять Candy Twist. Дальше Unique White. Ура, совпадение. И дальше Фудзияма. Но чем же он отличается от Unique White? Подозрение, что это нифига не Фудзияма. Потому что у Фудзияма другая форма соцветия. Ну и еще немножко. Тысячелистник триколор. Ну, я как-то ожидала триколор. Это триколор, три цвета, да? Этот просто желтый. Ну, кстати, симпатичный, мне понравился. Я его буду использовать в посадках, например, с голубеющими, синеющими флоксами. У него такой грязноватый желтый цвет вполне подойдет. Но мне
не очень триколор, на мой взгляд. Ну вот и как итог. Видите, они одно продают за другое, третье за четвертое. Практически, ну, больше 50% несовпадений по сортам. Это, конечно, очень странно. Ну, с другой стороны, это их дело. Оценивать мы не будем. Что ими двигает, мне не очень понятно. Что, ну, люди же понимают, что если тебе продали один раз не то, ну, вряд ли они второй раз пойдут там же покупать. Зачем это нужно? Так что вот у меня такой вот опыт был. Рассказывайте, что у вас с вот этими прекрасными, красивыми пакетами, которые все могут купить зимой, весной, в любом большом магазине.